Читаем добротолюбие. Помни о Царствии Небесном, чтоб вожделение его мало-помалу увлекло тебя. Помышляй о гиенне, чтоб возненавидеть и тела ее. Просыпаясь утром каждый день, вспоминай, что дашь отчет Богу о всяком деле, и не согрешишь пред Ним, и страх Его вселится в тебя. Приготовляй себя к сретению Его, и совершишь волю Его. Преподобный Авва Исаия.